должно записываться. Access Marketing. Что это за компания? Это лидирующий мировой провайдер интернет-продуктов и рекламных бизнес-услуг для среднего и малого бизнеса. Немного истории. В 2006 году появилась компания Intermark Corporation. В 2008 году появилась партнерская программа iNet Global. В 2009 году корпорация вошла в список Inc. 500. Что это такое? Это топ-500 самых быстро развивающихся американских компаний. В 2010 году пройдена проверка. Очень серьезную проверку компания прошла. Почти 2 года ее проверяли. Полгода компания не работала, и еще целый год компания была под аудиторским контролем государственным. В 2011 году корпорация выпускает поисковую систему access.com. С 2013 года технологический офис корпорации находится в Силиконовой долине. Странно, почему у меня слайды сдвинулись, но это в дальнейшем я поправлю. Access Corporation, значит, это легальная интернет-корпорация. Не офшор типа Белиза, Сейшельских островов и тому подобное. На данном слайде вы видите регистрационные данные с официального сайта Government, штат Невада, где указана дата регистрации 2006 год 31 августа и регистрационный номер. Ежегодно регистрационный номер продлевается. Access входит в список Inc. 500 компаний. Где информацию эту можно найти? Если вы наберете в интернете такую компанию, как Thomson Hall, то в списке клиентов данной юридической компании, это серьезная юридическая компания американская, вы найдете как раз старые названия нашей компании iNet Global и Intermark Corporation. Эта юридическая компания будет серьезная, потому что обслуживает компании, входящие в список как раз Fortune 500 и Inc. 500 компаний. Напомню, что компания прошла очень серьезную проверку в течение 16 месяцев на предмет финансовой пирамиды. С 24 февраля 2010 года по 18 июня 2010 года компания не работала. Неожиданно ворвались агенты секретной службы и другие федеральные структуры в офис компании и конфисковали все имущество. Все счета были заблокированы. Компания была не готова к данной проверке. То есть это очень серьезный показатель. Я вам скажу, когда компания полностью не готова, и после этого она выигрывает множество судов, и ее досконально просто проверяют и отпускают. Мало того, что ее отпустили, так компания еще фактически с нуля, с полного разгрома начала свою деятельность. Я вам скажу, что ни одна компания в мире такую проверку еще не проходила. Я имею в виду из интернет-компаний. Наземные компании проходили такую проверку, но не все. Адвокат компании Питер Волт, он входит в список очень серьезных адвокатов США. На сайте Super Layless, Super Адвокаты, вы найдете профиль нашего Питера Волта. Этот наш адвокат выиграл как раз суды. Он доказал властям американским, что компания является легальной. И вот такая выдержка, значит, самого Питера Волда. Я не знаю ни одной другой компании, когда правительство захватило сумму денег в порядке рейда, и то, что они захватили, вернули всю сумму до копейки. Напомню, что проверка пройдена 16 месяцев. Значит, на данном слайде изображен Бобкин Селов в светлом костюме. Он является президентом компании. Как раз перед самой проверкой он был назначен президентом компании. И друзья
Боба Кинсела говорили ему и знакомые также, зачем ты возишься с этой компанией, бросил бы ты ее давно, есть и другие бизнесы, компания не работает, она закрыта, ее, наверное, закроют вообще. И больше не она работать не будет. Но Боб Кинсела принял другую позицию, он встретился с партнерами компании в разных странах и городах, и вообще партнеры ему сказали, что они будут в восторге, если компания выйдет из данной ситуации. Так в чем же разница между просто легальной компанией и Access Corporation? Легальная компания – это все компании, которые юридически правильно зарегистрированы в государстве, где они ведут свой бизнес. А Access Corporation – это компания не просто зарегистрирована, она еще имеет подтверждение, то, что она не является финансовой проверкой, финансовой пирамидой. То есть она прошла очень серьезную проверку, и неожиданную проверку. Зачастую многие компании не доживают до такой проверки. Они сами уходят с рынка, либо при первой же проверке спотыкаются и их просто-напросто закрывают. Что мы неоднократно видели за последние 2 года, когда закрыли очень серьезные, крупные компании. И где люди потеряли просто огромные деньги. Вот в этом очень серьезно. Такое главное преимущество между всем, что есть в интернет-бизнесе. Кроме того, наша компания, она имеет очень серьезный рейтинг по рейтингу Better Business Bureau. Самый высокий показатель надежности A+. Многие даже продуктовые компании не дотягивают до такого рейтинга, я вам скажу. Кто же управляет нашей компанией? Команда профессионалов. Стив Реннер, с левой стороны вы видите, основатель компании. Еще в 1998 году Стив Реннер придумал нашу компанию. Он делал разные поиски, как же воплотить нашу компанию в жизнь. И вот как раз мы видим то, что есть. Боб Кинсела, президент компании с 2010 года. Эми Эйт, руководитель финансового отдела с 2010 года. Джо Сота, наш маркетинговый директор, пришел в компанию полгода назад и возглавляет маркетинговый отдел. Скажем, Джо Сота пришел уже второй раз в компанию. Его Стив Реннер приглашал еще в 2010 году, но компания не работала ввиду проверки, и ему нечем было заняться. Он занимался другими делами. После конференции в Лас-Вегасе в 2013 году Джо Сота там был, он посмотрел, как развивается компания, какие перспективы, и полгода назад он присоединился к нам. И сейчас Джо Сота как раз делает очень серьезные технические моменты, обучающие моменты для нас, партнеров. Причем на разных языках его отдел этим занимается. Насколько популярна наша компания в интернете? Наша компания представлена на сайте access.com. На данном слайде вы видите скрин с компанией Алекса. И Алекса, она показывает рейтинг среди других сайтов. Значит, наш сайт на Алексе, во-первых, сертифицированный. Что это означает? Если вы зайдете, вы можете прочитать. Значит, все сертифицированные сайты фиксируют посещаемость. И поэтому можно считать, что данная информация является достоверной. Среди всех мировых сайтов наша компания имеет рейтинг 264 место в мире. Это как раз слайд на 17 июня. На сегодняшний день мы тоже находимся на данном месте. Внизу такие крупные цифры я обвел, вот с правой стороны 173 миллиона 168. Что это за цифра? Это ежемесячная посещаемость нашего домена access.com. То есть это у нас такой трафик. Компания у нас рекламная, поисковая система. Вы сейчас об этом все узнаете. Итак,
Наша компания имеет наземные офисы. Их два на сегодняшний день. В перспективе нас ожидает еще расширение. Офис в городе Миннеаполис занимает порядка 3000 квадратных метров. Там находится наш суппорт. Вот я разместил даже номер телефона. Вы можете в будние дни, в будний день спокойно набрать номер и позвонить. И спокойно пообщаться онлайн буквально на русском языке. Дальше. В Миннеаполисе у нас как раз находится такой центральный офис управления всей корпорацией. В Силиконовой долине, это в Калифорнии, находится наш технологический офис. Это мозги нашей компании, где делаются суперпродукты, о которых я вам сейчас расскажу. Силиконовая долина, вот USA, с января 2013 года офис находится. Итак же, цель нашей компании – стать провайдером номер один для интернет-рекламы, интернет-услуг, мобильных услуг для малого и среднего бизнеса по всему миру. О корпорации в двух словах можно сказать следующее. Использовать современные технологии интернета. Часть технологий предоставляется бесплатно. Создавать интернет-рекламу и трафик в интернете. Продвигать рекламу вашего бизнеса на всех поисковых системах интернета по всем ключевым словам. Построить свой бизнес, не выходя из дома, можно. Также возможно создать пассивный остаточный доход и участвовать в распределении мирового оборота корпорации и стать акционером компании. Услуги и продукты. Новые возможности и рост продаж. В общем, все наши продукты являются 100% цифровыми. Первый продукт. Поисковая система access.com. Это единственная сегодня поисковая система, которая платит за поисковые запросы. То есть многие у нас привыкли люди пользоваться Google, вот, Яндексом. Раньше их не было. Раньше был Rambler, MSN и другие поисковые системы. Потом их вытеснил Google и Яндекс. Потом вышла как раз наша поисковая система. Так вот, это единственная поисковая система, которая платит на сегодняшний день, когда вы делаете те же самые действия, что и в других поисковых системах. Только за это получаете вознаграждение. Преимущество рекламных возможностей нашей компании. У нас предлагается три вида рекламы на сегодняшний день. Вот с левой стороны AdSites. Это разместить сайт на всемирном ротаторе. У нас есть определенная деятельность у партнеров. Просмотреть ежедневно 25 сайтов, чтобы получать деньги за сутки. Так вот, рекламодатели размещают сайты на всемирном ротаторе. Партнеры просматривают, и в итоге во всех поисковых системах данные сайты начинают двигаться к первым позициям. Главное, чтобы сайт был там зарегистрирован сначала. Причем сразу по всем ключевым словам. Дальше. Баннерная реклама и текстовая реклама. Эти два вида рекламы, они размещаются на самой поисковой системе access.com. Аналогами данной технологии являются Яндекс.Директ, Google AdWords, также Rambler, Mail и другие поисковые системы, где реклама размещается только на сайтах самих поисковиков. Также у нас есть возможность зарегистрировать домен и пользоваться хостингом. Значит, вот с левой стороны, так, немножко плохо видно, я вам показал варианты, как у нас большинство людей делают бизнес в интернете. То есть они регистрируют бесплатный домен третьего уровня. То есть ваш домен, например, umi.ru, ваш домен .wix.ru, .ucas, Weebly, Jimdo, Empower Network и другие. Их множество. Это условно-бесплатные хостинги. Они предлагают бесплатную такую услугу, но фишка заключается в том, что эти сайты зачастую очень плохо воспринимаются поисковыми системами и фактически не индексируются. По большому счету, вы поднимаете в рейтинге сами
самих основателей, то есть umi.ru, wix.ru, yukos, webly, jimdo, empowernetwork.com, но не себя. Потому что это, ну, поисковики очень плохо к этому относятся. Поэтому в бизнесе надо иметь правильный домен. Ваш домен .com, например, ваш домен .biz, ваш домен .org, .net, .info и .us. Вот эти 5 доменов в нашей корпорации предоставляются каждому партнеру, платному партнеру имеется в виду, бесплатно. Так, на данном слайде я вам показал всего лишь маленькую часть тех возможностей, которые у нас есть для создания профессионального сайта в интернете. Вот, например, с левой стороны WordPress, всем известный, Joomla, Drupal. Я не предоставил еще, ну, наверное, сотни-две систем управления сайтами. Просто у меня бы они не заняли бы еще бы очень много слайдов. Также есть возможность технологии Java, PHP, MySQL. Система управления сайтом у нас размещается на cPanel. Также у нас есть Mailman. Это система почтовой рассылки. Если вы поищете в интернете, что такое Mailman, то вы найдете информацию, что компании, входящие в список Inc. 500, используют систему Mailman для рассылки почты. Это автоответчик. Также у нас предусмотрен вирус, антивирус, вирус-сканер. То есть, если что-то случится с вашим сайтом, взломают админ-панели WordPress или еще какой-нибудь, то вы можете просканировать сканером и удалить данный вирус. Также у нас хостинг, во-первых, непростой хостинг, он у нас целые дата-центры. Облачные технологии используются уже не очень давно, уже несколько лет облачные технологии. И вы можете на данном хостинге скинуть, допустим, свои файлы держать, и с вашими файлами ничего не случится. Вы можете иметь доступ к своим файлам через любое устройство, которое позволяет выйти в интернет. Также у нас есть возможность совершенно новая. То есть это такая трендовая возможность, конструктор мобильных сайтов. Что это такое? На данном слайде я показал именно свой сайт мобильный. Сейчас у нас популярна такая технология. Почему она популярна? Потому что люди покупают смартфоны и планшеты. И вот правильное отображение сайта, которое у вас на компьютере, он не будет неправильно отображаться на смартфоне. Так вот, вот эта наша технология, конструктор мобильных сайтов, он как раз позволяет сделать такой сайт, там очень все простенько, и этот сайт будет правильно отображаться на мобильных устройствах. Также здесь есть возможность создать QR-код. Вот посередине такая абракадабра квадратненькая. Что это такое QR-код? Очень популярная технология. Допустим, вы видели и в газетах, и в журналах QR-коды, и при входах в магазины вешают предприниматели такие QR-коды, и в метро, и в маршрутках, то есть где угодно. Также, допустим, можно разместить этот QR-код на визиточке. И так как популярны у нас смартфоны или планшеты, то на данных устройствах есть специальный сканер QR-кодов. Люди спокойненько могут поднести смартфон к этому QR-коду, через данное программное обеспечение сосканировать и напрямую перейти на мобильный сайт. Это очень удобно, это оперативно, и не надо набирать длинные слова самого домена. Еще один очень хороший продукт, называется YouWeb. Этот продукт самый молодой, самый последний, который мы только начинаем пользоваться, только осваивать. Этот продукт позволяет сделать сайт очень просто, очень быстро, буквально в несколько кликов.
Там есть разные варианты этого продукта. Есть платные, есть бесплатные. Для партнеров он бесплатный. Также можно попробовать его. То есть при бесплатной регистрации вы можете попробовать вот этот U-Web, создать там, двухстраничник, одностраничник и увидеть, как легко им пользоваться. Там буквально мышка перекидывайте. Главное придумать тематику от вашего сайта, придумать тексты и подготовить фотографии. И буквально там за несколько минут вы сделаете сайт. Главное, чтобы у вас эти данные были готовы. Также у нас есть развлекательно-игровой портал. Что это такое? Люди у нас любят играть в интернете. Просто обожают, я смотрю, игроманы. Так вот, развлекательно-игровой портал, он создан на нашем поисковике access.com. И для чего оно сделано? Для того, чтобы люди приходили, играли, расслаблялись, но в то же время за данные игры будут идти начисления. Данный игровой портал, он находится еще в разработке, но одна игра уже есть. В перспективе у нас еще запуск нескольких игр. Их будет много. Это новые продукты, которые нас ждут в ближайшее время. Access Local – это локальная реклама. Новый вид рекламы, который будет предоставлен нашей компании. Также это будет бизнес-справочник, доска объявлений, события, мероприятия, ежедневные спецпредложения. И вот с правой стороны вы видите еще такое название U-Chat. Что это такое? Это фактически аналог Skype того же, аналог WhatsApp и других мессенджеров. То есть с помощью данного приложения, оно устанавливается на смартфон, будет на компьютер устанавливаться, вы можете звонить по всему миру, и за звонки вам должны будут начислять вознаграждение. Это новая услуга фактически. Также вы можете и писать, и можете просто звонить, а можете в режиме видео звонить. Как эта услуга будет работать, мы узнаем в ближайшее время. Access Corporation создает огромные возможности для бизнеса. Рост годового дохода компании. В 2012 году годовой оборот компании составил 98 миллионов долларов. За 2013 год составил уже 290 миллионов долларов. Обратите внимание, фактически в 3 раза за год. Ожидаемый годовой доход в 2014 году превышает более 1 миллиарда долларов. Скажем, меньше чем за квартал 2014 года оборот компании превысил весь оборот 2013 года. То есть фактически, если вы обратили внимание, то каждый год у нас идет утроение. Партнеров на сегодня у нас более 458 тысяч человек. Ну, на сегодня, наверное, где-то 470-480 тысяч. Потому что порядка 20 тысяч пришло у нас за июнь месяц. У нас идут порядковые регистрации, поэтому мы можем это увидеть спокойно. Так вот, что я вам скажу. При таких оборотах поисковая система, поисковик наш вышел в 2011 году, и вот как раз наш поисковик дает вот такие доходы, увеличивает. И если вы сравните с тем же Яндексом, вот оборот у Яндекса за 2013 год составил всего лишь чуть больше 1 миллиарда долларов. Яндекс при этом работает порядка 20 лет. И наш поисковик access.com, который просто врывается в нашу жизнь. Который просто откусит у Яндекса рынок, как это сделал когда-то Google. Итак, что же нам предоставляет компания по доходам? 4 вида маркетинг-плана. Первый – план долевого участия в мировом обороте компании. Второе – план вознаграждения от команды. Третье – план розничных продаж. И четвертое – разделение годовой прибыли. И акционирование. Лидирующий план выплат. 70% с оборота компания платит каждый день в сеть, которая делится пополам. 35% мы получаем каждый день лично. Мы имеем долю в компании. И вторые 35% нам компания платит по нашей структуре. Ежедневно также. У нас в компании нет ограничений по доходам. Верхнего потолка нет.
мы можем неограниченно получать денег, и 50, и 100 долларов в день, и 500, и 1000, и даже более. На данном слайде представлен пример дохода, то есть более 38 тысяч долларов в день. Минимальные требования для участия. Значит, зарегистрироваться. Второе. Приобрести набор для продаж за 59,95. Это так называемая лицензия на 1 год. Что в нее входит? Персональный веб-сайт, бэк-офис с центром управления. Заказывать вы можете в Bcash Wallet аккаунт и можете заказать предоплаченную карточку. Также входит 250 iCredit. Это наши рекламные единицы. Также входят домены с данными окончаниями. И также желательно вам приобрести стартовый бизнес-пакет. Какие же пакеты нам предлагает компания? Консультантский пакет за стоимостью 500 долларов и плюс 59,95. Ежемесячная абонентская плата будет так называемая АП 10 долларов. Что входит в эту сумму? 500 айпоинтов и 600 бонусных айпоинтов. Айпоинты – это наша доля в компании. Чем больше у вас айпоинтов, тем больше вы получаете долю со всего мирового оборота корпорации ежедневно. Также входят рекламные единицы – 2000 айкредитов. Консультантский бизнес-пакет – большой бизнес-пакет стоимостью 1000 долларов. Что в него входит? 1000 айпоинтов и плюс также 120%. 1200 бонусных айпоинтов. Всего 2200 айпоинтов. Также входит 5000 рекламных единиц. Директорский бизнес-пакет на 2000 долларов. В эту сумму входит 2000 айпоинтов и плюс 120%. 2400 бонусных айпоинтов. Всего 4400 айпоинтов. Также входят 10 тысяч рекламных единиц, так называемые айкредиты. Также корпоративные и enterprise бизнес пакеты, они на сегодняшний день уже потеряли актуальность. Компания их убрала. План разделения прибыли. Что же нам делать? На данном слайде представлено фрагмент нашего ротатора. Видите циферку 26, то есть мы каждый день просматриваем 30 секунд 25 сайтов в день и получаем, имеем право квалифицироваться на получение ежедневной прибыли со всего мирового оборота. Как эта прибыль делится? Вот у нас есть у всех разное количество айпоинтов. У бесплатников их нет. Поэтому, кто купил пакеты, у тех партнеров есть, конечно, айпоинты. И вот ежедневный оборот корпорации имеет определенную сумму каждый день. Эта сумма разделяется между всеми участниками согласно их доли в компании. Как раз это будет 35%. Они делятся на всех. У кого-то это будет 100 айпоинтов, у кого-то 1000 айпоинтов, у кого-то будет 1000 айпоинтов. Значит, у кого будет больше айпоинтов, тот получит больше эту долю денег. Аналогом можно сказать как бы акционирование. Ну, допустим, человек владеет акциями Газпрома, например, один владеет 10 акциями, другой 1000 акциями. Оборот у Газпрома каждый год может варьироваться, и по итогам года делится прибыль между акционерами. У кого будет больше акций Газпрома, тот получит больше денег. Так вот, если провести аналогию с нашей компанией, с нашими айпоинтами, то можно сказать, что вот эти айпоинты – это типа наших акций. И получается, мы по айпоинтам получаем деньги не раз в год, а ежедневно. Дальше. Возможность увеличения долевого участия. Первое – это репокупка. Что это такое? То есть вы заработали какую-то сумму денег. И вы можете эту сумму денег поставить на репокупку, то есть на такую же сумму купить такое же количество айпоинтов, то есть ваших долевых единиц. На второй день у вас доля чуть-чуть станет больше, и вы чуть-чуть больше получите вознаграждение денег. Соответственно, выгодно в самом начале увеличить репокупку путем репокупки вашей айпоинты и поставить на 100%.
То есть, когда вы ставите на 100%, ваши бонусные начисления имеют прирост плюс 10%. Если вы репокупку поставите на 90%, то, соответственно, вы имеете прирост плюс 8%. Вторые 10% они уходят в iCash. iCash – это наша наличка, и вы спокойно выводите. И также можно минимум поставить репокупку на 50%. Я вам это не рекомендую, потому что ваш баланс айпоинтов увеличиваться в этом случае не будет. Вы фактически будете получать, ну, как что внесли, то и будете получать, как говорится. Ваша доля увеличиться в этом случае не будет. То есть прирост будет 0. Дальше. В любой момент вы можете докупить пакеты стоимостью от 500 на сегодняшний день до 3000 долларов. 10 тысяч долларов у нас убрали. И все составляющие пакетов, то есть это iPoint и iCredit, будут у вас суммироваться. Дальше, самый выгодный способ – это построение команды. То есть, приглашая в бизнес, либо приглашая предпринимателей рекламироваться, вы увеличиваете свою долю в компании, и таким образом ваше количество iPoint становится больше, и вы получаете больше. Так, и также бонус, постоянное получение бонуса лояльности. Про этот бонус мы сейчас уберем, потому что компания его уже убрала. Бонус лояльности нам вводила компания буквально после федеральной проверки. Как мотивационный бонус, на сегодняшний день решили этот бонус убрать. Так. План командных вознаграждений. У нас есть 8 разных различных способов заработка. Это комиссионные с продаж, это уровневые бонусы, это лидерские бонусы, президентские бонусы, бонусы бесконечности, роялти бонус, бонус за рекомендацию и бонус лояльности. Базовые бонусы. Если вы в статусе консультант, вы получаете с первого уровня 5% ежедневно, и вниз вы захватываете до 4 уровня. Каждый день вы получаете эти проценты, от когда ваши люди приглашенные делают репокупку. И вот на сумму репокупок от этой суммы вы будете получать такие проценты. Если вы в статусе Gold, вы уже получаете больше процентов, это с первого уровня 10%, и в глубину, конечно, дальше. Платина, соответственно, еще дальше, Diamond, Blue Diamond дальше. Глубже захватывает. Так вот, платина уже захватывает по 7 уровень, Diamond захватывает по 8 уровень, а вот Blue Diamond у нас захватывает плюс 1% в глубину до бесконечности. На самом деле, в данном слайде представлены разные виды бонусов, которые я сегодня подробно озвучивать не буду. Для этого у нас есть другой человек, который очень подробно раскроет данные все бонусы. Это будет в следующей презентации, в другой день. Бонус быстрого старта. Что это такое? Это когда ваши приглашенные партнеры купили пакет, и вы дополнительно получаете плюс 5% к тем доходам, которые у вас есть. Допустим, ваш партнер в первом уровне сделал покупку пакета на 500 долларов. Тогда, если вы в статусе консультант, вы получаете 50 долларов комиссионных. Если вы в статусе Gold и выше, вы получаете 75 долларов. Партнер приобрел на 1000 долларов пакет, вы получаете 100 долларов в статусе консультант. Если Gold и выше, получаете 150. Если вошли на 2000, тогда вы получаете на 200 долларов комиссионных, а Gold и выше получают 300 долларов комиссионных. Лаптоп-бонус. Что это такое? С момента покупки лицензии на 1 год за стоимостью 59,95, и если у вас был в совокупности вход на 2000 долларов, у вас есть фактически 60 дней с этого момента, с момента покупки лицензии. И если вы в течение 60 дней включитесь в бизнес, и ваши приглашенные люди сделают объем на 10 тысяч долларов, то есть идут на такую сумму денег, вам компания заплатит лаптоп-бонус в размере 400 долларов. Очень приятный бонус. В 2011 году я его когда-то получал. Также у нас есть ежедневная ежемесячная автооплата, абонентская плата, так сказать. И наша автооплата
покупка, она варьируется в стоимости. Чем выше, чем ниже у вас статус, допустим, консультант оплачивает $10 в месяц, голды оплачивают $20 в месяц, платина $30, Diamond 40, Blue Diamond 50 и Black Diamond 100. Опять-таки, вы не просто отдаете эти деньги, вам за эти деньги дают айпоинты. Напомню, что айпоинты – это ваша доля в компании. И также вам дают рекламные единицы, так называемые айкредиты. Соответственно, если, допустим, вы в статусе Black Diamond, вы вроде потратили $100, но вы получили 100 айпоинтов. Но на второй день из-за того, что ваша доля увеличилась, вам немножко компания больше начисляет денег, потому что вы больше имеете долю. И также вы за эти деньги получаете еще 400 айкредитов для раскрутки какого-либо бизнеса в интернете. Также это очень важное условие для пользования хостингом Access Marketing. Если вы не будете оплачивать, вам отрубят хостинг и все. В принципе, $10 в месяц в статусе консультант – это не такая уж большая абонентская плата. Даже в статусе Gold $20 – это немного. Эти деньги вы спокойно можете собрать из заработанных денег. Каждый день, который вы получаете. План розничных продаж. Значит, что это такое? Если вы пригласили партнера, и он не захотел вступать в бизнес, но он хочет пользоваться продуктами. У нас есть бесплатное пользование, и она есть бесплатное пользование продуктами. И есть просто определенные усечения у этих бесплатных инструментов. Но человек решил просто оплатить, сделать апгрейд. Он прямо оплачивает, прямо с карточки, и таким образом получается план розничных продаж. Так вот, если ваши люди, приглашенные, делают покупки, и со временем у вас все эти покупки, суммы покупок, они накопительные, то есть каждым месяцем они накапливаются, и как только, в общем, вначале вы получаете 10% от оплаты вашими клиентами, а в дальнейшем, как только накопилась сумма свыше $1000 до $4999, вам компания начисляет плюс 5% дополнительных комиссионных. И в этот момент вы уже получаете 15% от сумм автопокупок. Если ваши люди делают оплату также, ваши клиенты имеются в виду, и сумма оплат составит больше $5000, то вам еще добавит компания плюс 10%. Итого вы получите уже 20% комиссионных каждый раз, когда ваши клиенты оплачивают за пользование продуктами. И также, если свыше $10000 будет накоплено, тогда вы получаете комиссионные 25%. Разделение годовой прибыли – это наш будущий доход. Значит, этот доход начал формироваться еще в 2012 году. По итогам каждого года компания разделяет сумму денег со всего годового оборота. То есть она выделяет определенную сумму денег, и эта сумма денег разделяется между участниками, которым положены эти деньги. Так, например, за 2012 год была разделена сумма порядка $1.5 миллиона. При обороте годовом $98 миллионов. За 2013 год между партнерами было разделено $5 100 000. Фактически в 2012 и 2013 году разделялись деньги между всеми участниками, кто входил на суммы купленных пакетов на $2000. А вот в 2014 году, конечно, оборот будет более 1 миллиарда, это однозначно. Денег будет, конечно, больше разделено между всеми участниками по итогам года. Но участников будет меньше, потому что в 2014 году есть уже определенные условия, которые надо выполнить. И если люди выполняют, тогда они получат эти деньги. Что же это за деньги? Эти деньги отложены на специальный трастовый счет. Этот счет обслуживает юридическая компания, очень серьезная юридическая компания американская. И когда компания наша выйдет на биржу, на IPO, выпустит акции, данный трастовый
счет, он разморозится, и мы сможем на эти деньги сделать два варианта. Либо мы заберем эти деньги и скажем спасибо, либо мы сможем по скидочной стоимости приобрести акции компании и стать еще совладельцами компании и получать, естественно, дивиденды. Так вот, кто когда-то вложился в Google, купил когда-то акции, они сейчас очень хорошо, я думаю, живут, имея дивиденды с оборота Google. Скажем, оборот у Google, ну, порядка 40-60 миллионов долларов в год. Не знаю сейчас статистика какая точная, но вот за 12 год я видел статистику, насколько помнится, 40 миллионов, миллиардов долларов года. Год. В год такой. Это такой оборот был у Google. Мы сейчас стремительно приближаемся и откусываем рынок у крупных игроков. Так вот, акции, они также имеют свойство котироваться. Так, например, акции Google когда-то стоили в 2004 году всего $20 за штуку. Сейчас они, конечно, выросли в цене и стоят порядка $1200 за штуку. У нас есть определенные условия для получения денег по плану акционирования. Значит, у нас есть 4 квартала. Так вот, на примере второго квартала, который вот только-только закончился, с 1 апреля по 30 июня он длился, этот период, у вас лично должно быть $1000 либо выше. Также вы должны иметь объем на $10000 в первой линии, и как минимум 50% из этой суммы вы можете сделать покупку из ваших личных, то есть лично докупить. И также необходимо просматривать как минимум 25 дней в году, в месяц, 25 сайтов в день. И это действие вы делаете до 31 декабря. Также не забываем про ежемесячную автопокупку согласно своему статусу. Также у нас есть... Так, я немножко назад вернусь. Так. У нас 30 июня уже закончилось. Теперь у нас включилась третья фаза, третий квартал. Так вот, в этом квартале у нас порог для участия в плане акционирования немножко увеличился на $5000. Так вот, вам нужно теперь сделать, чтобы в первой линии был объем не $10000, а $15000. А в четвертом квартале уже будет $20000. Конечно, чем ближе к моменту выхода на IPO, тем сложнее получить вот эти, я бы сказал, халявные деньги. Конечно, когда компания выйдет на биржу, вы сможете достать из кармана деньги и приобрести акции компании. Но это будет уже за собственные деньги. А в данном случае у нас есть прекрасная возможность, не вкладывая деньги в акции, стать совладельцем. Так, что у нас? Так. Угу. Есть у нас еще Love Foundation, это фонд любви. Ежегодно по миру происходят разные катастрофы. Так, например, год назад в Китае было сильное землетрясение, и компания выделила порядка $130000 как благотворительную помощь Китаю. На данном слайде представлена карьерная лестница, как она выглядит у нас в кабинетах. То есть для того, чтобы быть голдом, чтобы оставаться голдом, мало того, чтобы приобрести пакет на $2000, у вас есть 3 месяца, чтобы оставаться на этом уровне. И за эти 3 месяца вам желательно пригласить в бизнес двоих людей с любыми пакетами. Тогда вы будете оставаться в статусе gold. Ну, не пригласили, если в бизнес. Через 3 месяца у вас просто статус уберется, но ваша доля в компании остается, и вы все равно будете каждый день получать начисления в виде вашего количества айпоинтов. Когда пригласите в бизнес партнеров, тогда у вас статус вернется согласно вашему пакету. Также платина. Платина кто такой? Это когда вы пригласили в бизнес всего двух голдов и одного консультанта. Кто такой диамонт? Диамонт – это когда под вами находятся две платины и один голд. Кто такой Blue Diamond? Blue Diamond – это когда под вами находятся два диамонта и один человек в статусе платина. Black Diamond – амбассадор.
Это когда под вами находится два Blue Diamond и один Diamond. Black Diamond Ambassador другой. Когда под вами находится один Black Diamond Ambassador, один Blue Diamond и один Diamond. То есть фактически весь бизнес строится на трех китах, таких крупных китах. То есть вам достаточно вообще в бизнес пригласить троих человек, если вы хотите бизнесом заниматься. Но в первую линию вы можете гнать широкую сколько угодно. Сколько угодно широкую. А так вообще троих человек пригласили и помогли этим троим человекам подняться, сделать то же самое. То есть когда будет у вас дублицирование, тогда вы спокойно движетесь вверх по карьерной лестнице. На данном слайде показаны доходы за 2013 год. Так вот, если вы увидите в самом нижнюю строчку Black Diamond Ambassador 3, минимальный доход у людей в данном статусе 1 316 000 долларов в год. Максимальный доход более 5 миллионов. Ну, в среднем так 2,5 миллиона долларов в год. Так вот, я вам скажу, что эти деньги были получены при годовом обороте в 2013 году всего лишь 290 миллионов долларов. В 2014 году будут абсолютно другие доходы у людей. Абсолютно. Потому что годовой оборот у компании на сегодняшний день, я бы сказал, ну, скорее всего, уже полмиллиарда мы сделали. 1 миллиард будет, скорее всего, осенью при такой динамике развития. Эти данные вы найдете на сайте компании access.com. В самом низу вы увидите сведения о доходах. Кликните и как раз посмотрите более подробно. Эксклюзивная дохода. Access Market не гарантирует вам заработок. Access не предоставляет и не подразумевает никаких гарантий дохода. Ваш доход зависит только от ваших собственных усилий продаж и усилий продаж вашей команды. Итого, что вы должны делать? Первое – зарегистрироваться. Дальше, второе – купить пакет. И второе – начать делать серфинг. То есть самая сложная деятельность – это серфинг. Это то, что делают все партнеры. Это недолго, это буквально 15-20 минут в день прокликать мышкой на всемирном ротаторе. Так, я фактически заканчиваю свою презентацию. Я больше, конечно, сделал упор на техническую часть. Скорее всего, я еще больше расширю эту техническую часть. А вот по маркетинг нам будет рассказывать другой человек. Именно в цифрах, именно подробно, как что здесь делать. Теперь в 21.30 Лена Романова приглашает нас на партнерскую встречу. То есть все партнеры, приходите. Лена Романова была в офисе компании в городе Миннеаполис, общалась с руководителями компании, со Стивом Рендером, с Бобом Гюсселло и другими людьми. И она как раз нам расскажет все самые-самые последние новости. Так, я готов ответить на любые вопросы. У нас есть времени как раз буквально минут 20, и мы переходим в другую комнату. Спасибо, Джамиля. Если у вас остались вопросы, вы можете с правой стороны, там есть чат, напишите вопросы, и я смогу на них ответить. Если вопросов нет, тогда... Ага. Вот как раз Лена Портум у нас будет вести презентацию по маркетингу. Как раз будет полностью в цифрах весь бизнес расписывать. Она просто обалденную презентацию сделала, я вам скажу. То есть в ближайшее время мы услышим нашу Лену. Спасибо. Спасибо, ребята.